Добрый день всем подписчикам канала «Пламя». Привет из Крыма. Олегу Михайловичу большой привет. Ну, а у нас команда работает, работа кипит. И на данный момент у нас угловая будет камина-печь с небольшой вот лежаночкой и с хлебной камерой. Наш мастер Николай Григорьевич. Сделали лежаночку. Сформировали топку и поставили хлебную камеру. Это у нас чугунная духовка, полностью чугунная дверца под стеклом. Так как дополнительный очаг будет тепла, чугун хорошо нагревается и, соответственно, можно мне приготовить. Выставили задвижки, три задвижки у нас будут. Центральная будет прямой ход, справа задвижка от лежанки, и слева здесь тоже ход, который будет прогреваться. Сделали вот такие теплушечки, чтобы быстрее нагревалось и отдавало тепло. Кто не подписался на канал «Пламя», подписываемся. У Олега Михайловича очень много полезной, интересной информации. Всегда подскажет, поможет. Проекты печей, каминов. Обращайтесь к Олегу Михайловичу, обращайтесь к нам, и мы всегда придем вам на помощь и осуществим вашу мечту. С помощью Олега Михайловича вы можете сделать это сами, приобретя у него проект. Лежанка у нас небольшая, размер ее 1,5 метра на 64 сантиметра. Сделан небольшой дровничек. Лежанка имеет два хода, и при закрытии центральной задвижки пламя будет и теплый воздух будет направляться на лежанку. С правой стороны задвижечка, которая будет регулировать нашу лежаночку. И работаем мы кирпич «Витебский печной». На кирпиче снята фаска под 45 градусов. Задняя стенка кирпича-ложка тоже прокалибрована, так как заусеницы на кирпиче дают задней стенке всегда подниматься, задираться. Поэтому все прокалибровано, сняты фаски. Кладочная смесь у нас терракот, такая светленькая, рыженькая. И вот так вот потихоньку-потихоньку мы работаем. Дымоход у нас будет непосредственно идти в шахте, в углу шахта. И будет монтирован сэндвич трубы для дымохода. Угловая печь оснащена духовым шкафом. Чугунная духовка для приготовления пищи и дополнительного обогрева. Ну, вот так вот потихоньку-потихоньку мы работаем. И наша команда, мастер наш Николай Григорьевич, заканчивает работу по постройке угловой каминной печи с лежанкой. Последнее приготовление к первому розжигу. Чистим, моем, убираем. Кто не подписался на канал, подписываемся. Здесь очень много интересного, хорошего. Я никогда не устану это повторять. Спасибо Олегу Михайловичу за помощь. Мы тоже иногда прибегаем к его помощи. И советуем подписаться, кто еще не подписан, на канал «Пламя». А мы, как я сказала, заканчиваем работу и будем выдвигаться на другой объект. Работаем мы по всему Крыму, строим печи, камины, комплексы барбекю и все, что связано с огнем. Тандыры, коптильни. Ну вот, уважаемые подписчики, мы, как и обещали, пустили первый огонек. Закончили мы нашу печь угловую с лежанкой и растопили.
показали все заказчикам, как регулировать задвижки, как пользоваться печью. Команда печников Крыма. Работаем по всему Крыму. Так что звоните, обращайтесь, и мы всегда вам поможем. С уважением, команда печи Крыма. Всем привет!